Представляете, попросила мужа купить огурцы. Ну, я думала, купит пачку огурцов, по 3 штуки продается. Ну, килограмм. Он мне принял 1 огурец. Говорит, на, держи. Блин, я говорю, ты что, издеваешься, что ли? Я говорю, почему 1 огурец-то? Говорю, ну ты же сказал вроде огурец. Я говорю, ну я имела в виду, говорю, пачку огурцы. Там, говорю, блин, ну ты офигеть. Говорю, ты как его вообще взвешивал? Главное, ничего нет, ни мешка нет, ничего. Просто принес, говорит, на, говорит, держи, я огурец купил. Как, я не знаю, как в каком-то анекдоте просто. Ну, блин, ну это кошмар. И майонез. Я говорю, ну, слава богу, хоть ты мне майонез купил, принес в пачке, говорю, а не 1 столовую ложку. Ну, говорю, хорошо, хоть это майонез на вес еще пока нет, не раздают. А то так принес бы, на, говорю, держи майонез 1 столовую ложку. Не люблю такие рябы. Хотела Рика, Ричи. Больше их люблю. Там состав более натуральный, а здесь... А, ну хотя здесь тоже сейчас пишут состав крупный. Тоже вроде так ничего. Ну ладно. Буду делать салатик сегодня. Я как раз листочки салата вон уже чуть-чуть осталось, оказывается, лежит. А тут идейка появилась. Я решила зеленый чай сделать с кожицей фейхуи. Интересно, вкусно будет или нет. Вот я пока положила. Сейчас у меня там мяско запекается. Отдельно будет ролик. А я пока что тем временем сейчас буду делать салат. Салатик буду ням-ням-ням делать. Вот такая вкусняшка у нас получилась. Выглядит очень вкусно, аппетитно. Сейчас будем пробовать. Так, садимся мы кушать. Посмотрите, получилось такое мяско. Димочке я уже порезала. Здесь оно вот так выглядит. И вот тут вот мои жилочками там всякими, вот такие я люблю. Салатик мой. Короче, мы садимся кушать. Да, малыш? Да. Ужинать. Пожелайте нам приятного аппетита. И если вы садитесь ужинать, тоже вам приятного аппетита. Вот. А чай у нас там... Наверное, потом я расскажу. Про чай, наверное, потом расскажу. Вкусно или нет. Декабрист. Зацвел, смотрите. Какой красивый. Розовенький, что-то плохо цветет немножко, рано, наверное, еще. У этого тоже растут вон всякие там. О, новый сейчас пойдет. Мое стадо авокадо. Авокадушек. Здесь я обрезала ее зря, конечно. Она потемнела, ну ладно. Там была тоже что-то темненькое. Красиво. Красота какая. Здесь у него что-то пожелтело, кончики. Они, видать, отпадают, наверное. Наверное, лишнее сбрасывает он. И такую детку, кстати, можно посадить. Но это, наверное, лишнее. Там бутончиков сколько! Смотрите, сколько бутонов! Какой он классный! Но цветет он только вот с той стороны у окна. С этой стороны нету. Вон, пожалуйста, тут висит уже лапка большая. Обожаю его. Декабрист мне прям очень-очень-очень нравится. Мечтаю, знаете, в один горшок посадить разных цветов декабриста. Там 3 цвета, что ли, разных. Как-нибудь так вот. Там вон одна авокадо. Все-таки она сгниет, наверное. Выкину ее. Одна, и там вон вторая. Такая вот у меня красота здесь. Такие дебри. Джунгли я их называю. Джунгли. Классно. Такая у него вот здесь вот тоже. Полосочка прям длинненькая. Видите? А вон там... А, вон там полно вон их. Бутонов. А, нет, есть, есть. И тут есть прям. Как... Эх, оборвалось. Так, и у нас с вами вечерний обзор продуктов. Так, я побыла в Пятерочке. В Пятерочке, смотрите, я купила вот такую вот штучку. Никогда в жизни такого не видела. А здесь, ну, там акция, там тра-та-та, да? Здесь, а, печем вместе с детьми.
Хочу попробовать испечь его вместе с Димочкой. Димулька мне старается уже всегда везде помочь, что-то там как-то. Вот такая вот штучка. На нее, наверное, сначала будет обзор. Я сделаю вообще, что там, как там. И потом уже будет другой ролик, мы будем вместе с Димочкой уже печь. Здесь какие-то вот такие вот подарки. Здесь вот что внутрь входит, вроде бы как должно входить в формочки. Не знаю, как тут все вместе уместилось там. И вот как раскрасить там вот что-то такое. Ну, посмотрим там. Вот. Стоила она где-то то ли 100 рублей, то ли 150, по-моему, 150 даже. И были там еще другие. Вот. Пряничное чудо. Я думала, что это печеньки все-таки, но там написано пряничное чудо. Ну, надеюсь, что получится очень вкусно и красиво. Вот. Так, также в Пятерочке я купила вот такие вот заяц, кстати. Сахарная вата. Они стоили 17 рублей. Это они пойдут уже Димочке в подарок. Как от Деда Мороза. Надеюсь, что ролик выйдет еще в этом году. Вот, ну, таких, короче, я купила 3 штуки. Надежда, если вдруг Диме понравится, ему будет 2 штуки, а мне вот такая вот одна. Себе я вот с кактусом взяла, а ему такие вот. Такие прикольные. Там, кстати, состав, сахарный песок написан, и все. Если раньше, кстати, продавали такие фикс-прайсы, там, помню, много было Е-добавок, всякой там куча всего. Вот. Ну, сладкая вата, хотя бы мне ребенок попробует ее. А то со всей этой пандемией в итоге ребенок никуда не выходит, и жизнь проходит вообще как-то не пойми как. Так, купила такой вот чай, это маме в подарок. «Добрый вечер» называется. Смотрите, какой он внутри красивый. Он стоит где-то около 50 рублей. Там сначала я взяла первый, он вот тут вот просыпался, но вообще был совершенно другой, там был просто чай. Всего этого было не видно. Взяла другой. Второй такой же вот. Он внутри, смотрите, какой красивый. И не просыпается. Здесь даже какие-то лепесточки. Вообще прям классные. Добрый вечер. И, по-моему, утро такое же было. Я решила взять вечер. Тут даже написано. Надо мне тоже такой же взять. Интересно попробовать, что там внутри. Но он пахнет, кстати, ароматно очень. Надеюсь, ей понравится. Так, взяла 2 яйца таких, это тоже в сумочку от Деда Мороза пойдут подарок. Они где-то рублей по 50 были. Они там гремят с чем-то, с игрушечками. Так, по чупа-чупсу. Это я буду делать подарки новогодние и себе, и Диме. Здесь вот это арбузик, апельсинка, а вот здесь вот киви. Вот этот я зеленый Диме, а этот себе. Ну, что, он только один, что ли, будет конфеты есть? Я тоже себе хочу. Вот. Ну и, соответственно, я взяла конфеты. Взяла Баунти. Думаю, ну что, пусть ребенок попробует конфеты. Взяла Волжские просторы. Взяла, короче, по 6 штук. По-моему, даже вот тут только побольше. Тут Красная Шапочка. Такие хорошенькие взяла. Вот. И какие-то вот такие вот дольки. Вот. Тоже их тут 6 штук. А, еще взяла эти райские облака. Их, не знаю, побольше, что ли, наверное. Ну, как птичье молоко, но такое прям классное. А также нашла вот такую штуку в Пятерочке. Она стоила около 80 рублей. Здесь трубочки, они трубочки прям... Такие пластмассовые, не гнутся, прям плотные, то есть их можно помыть. Хотя, конечно, здесь вот спиралькой, наверное, конечно, не отмоешь до конца. Но на какой-нибудь праздник, может быть, на Новый год я их открою, чтобы ребенок пил из трубочки, это будет классно. Ну или просто мы какой-нибудь праздник сделаем с ним. Ну, не знаю, короче, мне понравилось тут с такими штучечками. Ну, там, такие мягенькие, наверное. Ладно, не буду открывать. Вот, и также я была в Перекрестке. В Перекрестке я купила вот такие 2. Они где-то рублей по 30, наверное, были. Они тоже в новогодний подарок пойдут. Купила Баунти. Вот, изначально я начала ребенку собирать подарок. А я клала все только детское питание. Потом я подумала, ну, все-таки это Новый год.
ребенок, наверное, захочет увидеть там какие-то шоколадки, какие-то необычные. Пусть попробует, ладно. Пусть попробует изредка это все съест. Вот. И купил вот такие чикапай. Хотела купить их в Пятерочке, но их не было. Ой, не Пятерочке, а в Фикспрайсе. Там оставалась последняя, она лежала очень-очень высоко и далеко. Вот. Но я решила купить их в Перекрестке. Там 54 рубля было. Стоили они. Вот здесь, кстати, вон. Где тут? А вот, какие уже имеются. Вот. И что у нас? А, в Перекрестке я еще купила мясо. Я буду делать мяско. Не знаю, в ближайшие дни, наверное. И что-то еще купила. Вот, вот такой у нас с вами был обзор. Надеюсь, вам понравились наши выходные, как мы с вами их провели, поболтали, пообщались. Вот, все стараюсь сделать для вас, чтобы вам было приятно смотреть мой канал, чтобы вам нравилось. На сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите другие ролики, наши влоги, путешествия, живопись, кулинария, обзоры на продукты, на технику и куча-куча всего интересного. Ставьте обязательно лайки. И всем пока-пока!